оттепель, которая в последние дни наблюдалась в нашем регионе, привела к образованию сосулек, которые свисают как с крыш домов, так и с козырьков подъездов и создают опасные условия для передвижения людей. Ведь в любой момент сосульки могут сорваться и упасть на человека. Не столько здесь, на козырьках что-то я первый раз вижу. А в основном вот с крыши-то большие очень сосульки, да. Вам не страшно вообще вот ходить вокруг дома и выходить из подъезда? Страшно, может быть, но мы привыкли. У нас и детишки бегают, а если туда подали? Да везде, они по всему, они по садовой мы тут шли. А детишки, что у нее вот два внука, а у меня четыре внука. Вот они, не знаю, почему ничего не делается, вообще ничего не делается. Правда, на некоторых улицах города опасные зоны огорожены защитными лентами. Но как быть людям, у которых сосульки свисают прямо с балконов, и в том случае, если они не остеклены, то пользоваться ими опасно всю зиму. Упадет такая на голову и кырдык. Они могут упасть на голову, как вы думаете, логично. Ну, надо как-то сбивать, решать эту проблему. Ну, не должно быть сосулек. По прогнозам, нынешнее похолодание пришло ненадолго, и в ближайшие дни ожидается снова потепление, что приведет, конечно, к образованию новых сосулек. Поэтому будьте аккуратнее. По городу дежурили Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Видное ТВ.